И напоследок о спорте. На пост тренера футбольной Кубани претендует несколько человек. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал вице-губернатор Николай Далуда. По его словам, на должность наставника желто-зеленых сейчас рассматриваются 3-4 кандидата. Их имена не называются. Напомню, во вторник Сергей Ташуев по собственному желанию ушел с поста главного тренера Кубани. А в начале апреля председатель совета директоров желто-зеленых Олег Мукартычан передал под контроль администрации края на безвозмездной основе свой пакет акций из-за финансовых сложностей. А до этого глава региональной федерации футбола Иван Пиронко заявил, что ФК «Кубань» в этом сезоне останется без бюджетной поддержки.